Всем приветики, спасибо, что открыли это видео. Сегодня мы с вами поговорим о моем последнем заказе с сайта iHerb. У меня, как обычно, коробочка, наполненная доверху, сегодня такая достаточно тяжелая, будет много БАДов и ухода за кожей, поэтому очень надеюсь, что видео будет вам интересным. Обязательнейше оставайтесь вместе со мной. Наверное, давайте перед тем, как я начну рассказывать про свои покупки, немножечко задержусь на этом макияже. Я снимала видео для канала Белор Дизайн, и я думаю, что видео этого макияжа уже вышло на канал, поэтому оставлю вам ссылочку внизу на него, если вы вдруг захотите посмотреть, как я его создавала на бюджетной косметике, то милости просим. А теперь давайте перейдем к моим покупкам, и давайте, наверное, мы начнем с вами с ухода за собой. Я заказала для себя вот такую вот пенку, это пенка японского бренда Кикумасамуне, если я правильно называю, пенка, кстати, с саке, здесь 200 грамм, я обожаю японские пенки, вот это просто восхитительно. От Клавью у меня есть гидрофильное масло, которое остальные пенки смывают только за 2 раза, потому что оно не эмульгируется, а эта пенка с первого раза смывает. Если вы любите такое прям глубокое, очень хорошее очищение, очень вам ее советую, а я на вечер именно такое люблю, двухэтапное, да, то есть я смывала ей косметику, пенки снимают всегда посредственно достаточно, это не исключение, она очень круто смывает. Именно смывает гидрофильное масло, ей очень круто умываться, кожу она не пересушивает, но при этом очищает очень глубоко, практически до скрипа, но не так до скрипа, что, еще раз повторюсь, ваша кожа будет пересушиваться. Крайне вам советую, мне безумно понравилось, и она очень круто пенится, она такая прям приятная у нее текстура, то есть я набирала ее на руку, распределяла, взбивала в пенку, пенка очень круто взбивается, я думаю, что вот этой пенки мне хватит очень надолго с любым гидрофильным маслом. А у меня досталась тканевая масочка, я заказала вот такую вот, потому что тканевые маски, особенно вот эта вот была в пробных товарах. Я люблю тканевые маски всегда добавлять в какие-то подарочки, в коробочки, и это для меня тоже не исключение. Я почитала отзывы, здесь очень хорошее лекало, здесь идет в составе органовое масло и масло лаванды, то есть это масочка лавандовая, она достаточно хорошо успокаивает кожу. У нас, допустим, часто именно с корейскими тканевыми масками несостыковка в плане того, что там, ну, на глаза поменьше, на ротик какой-то маленький, а здесь вот именно она подойдет для всех, поэтому присмотритесь. Я думаю, что очень приятная масочка. Давайте расскажу немножко про БАДы. Я заказала 5 гидрокситриптофан. А, здесь 90 капсулок. Это очень крутой микроэлемент. То есть я его сейчас пью каждый день. Если очень сильно нервируюсь где-то в течение дня, я его выпиваю и действительно становлюсь более спокойной, то есть я не прибитая, но при этом я хорошо рассуждаю, у меня более поднятое настроение, к нему нету привыкания. Я уже пила от другой фирмы, от фирмы Торн, просто он у меня уже в пустых баночках. Тот мне достаточно нравился, это тоже очень хороший, но сейчас я еще заказала другой, более бюджетный, и тот работает не хуже, чем вот эти вот дорогие от Солгар и от Торна. Также, как всегда, оставлю вам ссылки под видео по порядку, как показываю, и промокод на скидку, если вдруг захотите делать заказ. Сыворотка от Неоджен. Я ее заказала не для себя, но сейчас тоже такой пользуюсь. Мне она безумно нравится. Есть всего 2 витамина С за свою жизнь, которые я пробовала, которые очень круто работают, и этот один из них. У меня реально стала очень красивая, ровная кожа, чуть более стянуты поры. У меня пропала настолько пигментация. И вот именно классный витамин С, я всегда вижу, как работает на моей коже. Здесь идет 22% витамина С, а также вита-С от Cerola Plex Complex. И ну, здесь состав достаточно большой, здесь много различных экстрактов. Его можно использовать, я использую вот сейчас на утро, но всегда оставляю его хотя бы на 5 минут, чтобы он поработал. Я вам крайне, девчонки, советую, он реально очень крутой, мне безумно нравится. Я 100% его еще буду повторять, сейчас делаю небольшой просто перерыв. Просто, когда ты все время пользуешься, ты настолько не видишь результат, а потом я его снова закажу и просто буду опять кайфовать, когда буду его использовать. У меня сегодня много тканевых масок, также маска от Radiant Seoul. Я уже пробовала немножечко другую, это идет именно балансирующая тканевая маска древесным углем. Здесь у нее такой состав, который очень хорошо успокаивает и очень хорошо вот именно снимает красноту кожи, также хорошо ее очищает. Вот девчонки пишут, особенно у которых жирная комбинированная кожа, что она еще очень хорошо матирует, но при этом очень хорошо увлажняет. Так что я думаю, что даже для сухой кожи, которая хочет немножечко ее почистить, вам очень подойдет. У них достаточно приятное лекало, я уже пробовала, я не помню, честно скажу, какую, но хорошее увлажнение давала. А сейчас на зиму, для меня это просто спасение, на зиму, на весну, когда еще непонятки такие с кожей, очень хорошо подойдет. Еще один БАД, это витамин D3 от California Gold Nutrition. Я честно скажу, что я вижу большой результат. У меня сейчас вот такая вот маленькая упаковочка. Я заказала большую, потому что она была просто на акции, и было выгоднее заказать вот эту вот, чем 2 вот таких вот. Здесь, значит, 360 капсулок, а здесь 90 капсулок. Ну, то есть вообще очень круто. От нехватки витамина D была усталость,
была какая-то такая, не знаю, ну то есть плохое настроение какое-то, ты такой ни рыба, ни мясо. А когда они у меня только появились, я, кстати, пью по 3 штуки каждый день с утра, я прям чувствую себя более бодренькой, то есть нехватка витамина D у нас очень сейчас, даже, знаете, после лета была нехватка витамина D, вроде и загорали, и все, но его реально была нехватка. Мы сейчас живем, ну, в таком времени года особенно, да, в такой широте, что у нас почти у всех нехватка витамина D есть. В общем, вам советую, если вы хотите сэкономить, он очень хорошо работает. То есть, да, есть витамин D3 и К2, они очень хорошо усваиваются, К2 очень сильно помогает. Здесь К2, к сожалению, нету, но реально, ну, я его чувствую, мне он очень нравится. Уход за кожей от Медипил. Заказала крем для шеи. Я его заказала, конечно же, для мамы своей. И я думаю, что он уже ей подарен на момент выхода видео. Но я, естественно, сама его попробовала. Здесь, во-первых, мне очень понравилось, что 100 грамм продукта. Продукт очень прикольный, он такой слизкий. Ты прям достаешь вот так вот баночку, и он тянется, тянется, тянется. Я ни одного такого крема не видела, чтобы он настолько сильно тянулся. При этом очень хорошо распределяется, он будет очень экономичный. Я нанесла его и на лицо, и на шею. Он очень хорошо кожу увлажняет, он очень приятный, кожа очень бархатная, и девчонки пишут, что даже с первого применения кожа на шее очень сильно подтягивается, исходят кольца Венеры при длительном использовании, но, естественно, на мне, у меня еще пока таких сильных изменений нету, я не видела таких результатов, да, но вот просто мне очень он понравился по консистенции, у меня у мамы достаточно проблемная кожа на шее, я думаю, что на ней результат будет очень виден. Здесь идет комбинация пептидного комплекса, пептиды на моей маме очень круто работают, маски пептидные дорогие, классные, очень круто кожу разглаживают, хотел сказать растягивают, разглаживают. И я думаю, что этот крем должен примерно так же и работать. Особенно мне понравилось, что у него соотношение цены и объема достаточно бюджетное. Я его купила еще на скидке, плюс у меня был промокод. Я думаю, что его можно наносить спокойно на лицо. Дальше я заказала патч от Petite Fee с ромашкой. Честно скажу, вообще патч от Petite Fee не очень люблю. На момент, когда я заказывала, у меня заканчивались мои патчи, я что-то пыталась что-то выбрать, но ничего в наличии не было, кроме этих от Petite Fee. Я сегодня попробовала, и вот от Petite Fee, патчи, ну, как-то не очень сильно мое. Есть у них какие-то, я уже забыла, с чем они там, такие фиолетовенькие, я на них тоже оставлю ссылочку снизу, они работают, наверное, лучше всего. Эти, ну, немного увлажнили мою кожу, у меня кожа под глазами очень сильно сухая, у меня уже такие есть возрастные заломы, под этим глазом у меня достаточно сильный залом, особо он не разгладился, но обычно хорошие патчи, ну, практически все патчи мне их разглаживают, кроме вот этих. Поэтому я не знаю, я, еще раз повторюсь, я небольшой поклонник патчей от Petite Fee, я думаю, что это больше для молодой кожи, либо не для сухой кожи, либо для тех, кто больше может борется именно с отечностью. А мне все-таки хотелось более питательный, увлажняющий, разглаживающий, поэтому это не совсем мой продукт. Заказала большую уже на этот раз упаковку. Не было в наличии вот этого вот экстракта грейпфрута от Nutribiotic. Я решила, что на всю семью возьму и в маленькие старые упаковочки, просто мы его разольем. Так получается подешевле. Здесь у нас идет 118 мл, а в маленьких, по-моему, 56. Но, если честно, вот этот получается покупать экономичнее. Я его всегда пью. Я вам на своем канале все время про него рассказываю, что как только начинаю заболевать, как только где-то чуть-чуть перемерзну, начинает болеть горло, выпила, с утра просыпаюсь как чижик. То есть, если уже сильно где-то, прям сильный вирус меня настиг, я просто, ну, нету такой высокой, допустим, температуры, я намного легче переношу заболевания. Очень крутая штука, мне не приходится, как правило, пить какие-то таблетки. Он действительно помогает и с какими-то кожными заболеваниями, я уже пробовала, когда ни одна мазь не выводила, и с грибком он, кстати, помогает. Даже, кстати, знакомый пил с воспалением суставов, ему очень хорошо помогали эти капли, когда непонятное воспаление в организме. Я вам крайне советую, я считаю, что в каждой семье должны быть эти капельки. Я понимаю, что в каждом видео про них вам говорю, но очень сильно советую. У меня у всех знакомых они есть. Дальше тоник заказала Dr. Circle. Очень там такие восхитительные были отзывы на вот всю вот эту линейку. И вообще говорили, что вау, я так рада, что этот бренд есть на эфир. Конечно же, я на это купилась, тем более была скидка. Очень удобно, что в этом тонике есть дозатор. А тоник очень сильно жидкий. Я вот этого не ожидала. Мне почему-то казалось, что он должен быть гелевым. Несмотря на это, он очень хорошо увлажняет. У него в составе есть IHA, BHA, по-моему, кислоты. Да, и есть экстракт чайного дерева, листьев чайного дерева. И он идет на первом месте в составе. То есть здесь достаточно большое количество этого экстракта. Он очень хорошо успокаивает кожу. При этом, вот, несмотря на то, что есть кислоты, он кожу не раздражает, а как-то вот очень грамотный такой состав у него, что кожа увлажняется. Я
даже под глаза наносила, под глазами тоже очень хорошо кожа увлажнялась. Я могу советовать, ну, как сказать, это не панацея, как мне кажется. Я не считаю, что всем нужно прям за ним бежать. Я вот попробовала, я им, да, попользуюсь. Я еще посмотрю именно на пролонгированный эффект на коже. Но мне кажется, что... можно что-то купить и побюджетнее. Но мне кажется, это чисто вот если вы любите соотношение кислот чайного дерева, как-то я, ну не знаю, ну он хороший, но не там прям вау, такие прям как отзывы были на Хёр, поэтому не знаю. Заказала еще себе масочку от Медихил. Вообще бренд Медихил, что не пробую, мне очень нравится. Я сейчас заказала вот от них крем. Я уже в предыдущих видео вам его показывала. Крем всего лишь $12. Какой классный увлажняющий крем. Я его сейчас использую в работе. И он помогает и сухой коже, и возрастной коже, и жирной коже. Он на всех одинаково круто работает. Маски то же самое. Я вот с первого раза, когда использовала, я просто влюбилась. Очень удобная, хорошая, плотная лекала. Очень хорошо она увлажняет. Вот эта маска идет с коллагеном для упругости кожи. Действительно, кожа более упругая, более разглаженная. Очень советую, вот честно вот скажу. Обожаю. Они все классные. Вот самые мои любимые масочки от Медхил и масочки от Лидерс. Это вот прям мой фаворит на iHerb. В составе достаточно большое количество экстрактов. Есть сок алоэ вера, который будет успокаивать. Поэтому тоже советую вам присмотреться. Именно такой заказ у меня сегодня. Я, как всегда, старалась, чтобы он для вас был интересен. И рассказывать недолго, чтобы вам не было зануда смотреть мои видео. Поэтому очень надеюсь, что оно было вам полезно и интересно. Буду рада вашим комментариям, лайкам, подпискам обязательно. И увидимся в моих новых видео. Всем до скорой встречи. Всем пока!